Ранок на сьомому. Ще раз доброго ранку усім, хто разом з нами. І зараз з задоволенням будемо вітати нашого гостя. До нас завітав джазовий піаніст, композитор, аранжувальник, викладач Одеського коледжу мистецтв імені Данкевича Олексій Петухов. Доброго ранку. Доброго ранку. Рада вас вітати у нас у студії. Як настрій? Прекрасний. Це чудово. До речі, з 14 лютим будемо вас також вітати. Як зустріли це свято? Хорошо, по-домашньому, по-сімейному, да. Так, ну і будемо говорити про концерт, який ми вже анонсували. До речі, вчора про нього говорили і розігрували запрошення. Так, і більш детальніше зараз будемо про нього говорити. Це концерт, який відбудеться 17 лютого у філармонії, так? Так. Що це буде за концерт? Ну, с волнением хочу рассказать. Уже как-то традиционно стало февраль месяц. Это я представляю свои проекты на протяжении последних лет. Вот были проекты и «Времена года» Чайковского, и в прошлом году это был «Битлз» в джазе, и другие проекты «Спектрум». Вот в этом году возникла идея сделать, ну, совершенно неожиданно достаточно, проект «Love Supreme». Что это такое? Легендарный, без всякого привлечения, саксофонист Джон Колтрейн в 1964 году записал альбом, который стал культовым, хитовым, ну, на все времена. Вообще, роль Джона Колтрейна сложно преувеличить. Он оказал наисильнейшее влияние на развитие джаза и на всех саксофонистов. Стал законодателем мод, и до сих пор все саксофонисты изучают Колтрейна, и он влияет безусловно. И слушая эту запись 64-го года, сегодня понимаешь, насколько она свежо звучит и актуально. Очень интересный проект, ставший, опять же скажу, культовым в Штатах. Этот проект очень известен, популярен как в Америке, так и в Европе, и, к сожалению, не так известен у нас. Вот, поэтому, скажем, пропущу, каким образом я к нему пришел. Тем не менее, возникла идея этот проект представить, но в нашей собственной интерпретации. Слушатели, которые ходят на мои концерты, знают, что все, за что я берусь, я очень сильно интерпретирую. Те же «Времена года» Чайковского, да, в то же время вперед. А Георгия Свиридова, то есть изначально я беру какую-то основу, идею, и уже привношу очень много своего личного, скажем. Тобто в оригіналі звучав, можна було почути саксофон, так? В оригіналі це квартет Джона Колтрейна. Що собою представляє Love Supreme? Це світа, це повномасштабна крупна форма, що, кстати, доволі рідко зустрічається в джазі. Ми привикли, що джазове виконання – це, як правило, віддільні п'єси. Ну, альбом може состояти з віддільних п'єс. І вже реже це крупні форми. И что еще хочу сказать, что многие композиторы, наверное, со временем вот приходят, наверное, к какой-то духовности, начинают писать духовную музыку, да. Очень много тут примеров в классике, классических композиторов, начиная от Баха, Рахманинов и многие-многие другие. В джазе, казалось бы, это как бы совершенно не то, да, не та музыка. Тем не менее, такое тоже есть. И Джон Колтрейн написал «Love Supreme» — это высшая любовь, это духовная музыка, представьте себе. Дюк Эллингтон написал свой духовный концерт немного позже, чем «Love Supreme» Колтрейна. В Одессе, ты знаешь, духовный концерт Эллингтона исполнялся неоднократно. Это гипермасштабное такое событие, очень большой состав, это биг-бенд, это струнная группа, это хор, это чтец, это солисты. Ну, это очень масштабно. Вот. И вот такая вот идея Джона Колтрейна — духовная музыка, как бы его видение, его слышание, что для меня как бы тоже имеет какую-то вот, ну, важность, да, это придает всему эту большую важность, значение. Вот. И, ну, вот такая вот музыка. Я хочу представить одесситам эту музыку, познакомить, потому что на моей памяти в Украине даже никто это свиту не исполнял, ну, тем более в Одессе. Так что это премьера проекта. Розкажіть, будь ласка, про свою команду, з якими ви будете працювати. Да, замечательные музыканты, мои друзья, контрабасист Максим Кондратьев, Андрей Гончаров, публика их хорошо знает по нашим многочисленным проектам. Это ребята, с которыми очень легко играть. Это творческие ребята. Ну, знаете, с ними можно творить, делать все. Вот, подхватывается любая музыкальная мысль, развивается, каждый приносит свое. И получается супер замечательно. Я очень счастлив, очень рад, что могу играть с такими ребятами. Я отдельно скажу про Майк Евтушенко. Майк его так знают, потому что в Европе.
Майк, Міша, проучився. Тобто спеціальний гість. Да. Так. Розкажу, да, пару слов. Майк проучився в Австрії, в городі Грац, записав там альбом, постійно виступає, у нього є своє тріо. Майк також є бенд-лідером, у нього зараз свій біг-бенд. І от зараз, ну, до карантину, понятно, то есть постійно виступає в Австрії, в Європі. Його там хорошо знають, і я дуже хочу познайомити поближе Десіта з цим прекрасним музикантом. Дуже тонкий, дуже творчий, дуже цікавий композитор, дуже цікавий чоловік. Ви знаєте, от той тип чоловіка, з яким моментально от у нас образувався тандем кілька років назад, коли ми познайомились, і ми вже відіграли кілька доволі крупних проєктів. І, к сожалению, год назад, в марте, мы должны были ехать в Европу с большим туром, ряд концертов в Украине, в Австрии, в Словении, в Словакии и запись авторского альбома в Италии, который, к сожалению, вот не состоялся, потому что начался карантин. Вот. И мы немножечко, кстати, планы сдвинули, но надеемся, что это все так, реализуем. Вот. Но их хочу одесситам представить этого музыканта, очень интересного, очень незаурядного. Вот будет возможность увидеть, услышать его в концерте 17 февраля. А также накануне, во вторник, 16-го, мы проведем с Мишей мастер-класс в Одесской музыкальной академии Неждановой в час дня. Вот, все саксофонисты, духовики, все, кому интересно творчество, джаз, может быть, образование в Европе. Приглашаю, приходите, будет интересная творческая встреча. Это 16-го о 13:00. Так. Так, зараз якось відновлюється усе культурне життя і повертаємося до концертів не онлайн, як було раніше, а вже наживо можна послухати, так. І у вас також вже концерти якісь відбулися, так, і плануються ще. Давайте розповімо про концерти, які вже були. Вы знаете, да, уже я очень рад, что возобновляется как-то культурная жизнь, музыкальная. Меня часто приглашают в другие города. Вот недавно мы были с нашим трио в Харькове. Прекрасная Харьковская филармония, я вам хочу сказать. Мне очень понравилось. Там два больших, очень уютных зала, хорошо технически оснащенных. Впечатление самое приятное. Мы один раз были в декабре, вот опять же, вот как-то межкарантинье, есть такое слово? Так, уже е. Да, мы успели выступить с американским вокалистом Рэем Брауном, вот, и сразу была договоренность о втором концерте, вот, который, собственно, произошел недавно, времена года мы сыграли, и уже есть приглашение на май месяц с программой Beatles Jazzy. Также с Beatles Jazzy мы выступим в Ужгороде в мае месяце. Есть еще ряд концертов, я сейчас боюсь точно сказать, где же, какие даты. Вот. Но, тем не менее, я рад. Да, к сожалению или к счастью, ну, моя концертная деятельность сейчас проходит большей частью даже не в Одессе. Тем более, вот для меня важны эти концерты, которые проходят на весь город. Я считаю, вот это важные такие социальные проекты. Поэтому хочу пригласить одесситов в филармонию на наш концерт. Ну, насправді це дуже важливо, це унікальна подія, дивлячись, виходячи з того, що все ж таки дійсно гастрольні виступи, вони відбуваються за межами Одеси, тож не гаєте часу, треба придбати квитки обов'язково на 17 лютого в Одеську філармонію і відвідати, послухати класичну, якісну музику. Ну, класичну я не зовсім, може, вона класичну. Вона вже стала класичною. Ну, а, вже стала класичною. Обмовка все ж таки була правильна в мене. Да. Ну, запрошуйте. Запрошуйте. Да, ну, ще раз, з большим удовольствием приглашаю всіх одесситів, всіх гостей міста на наш концерт, прем'єру проєкту музики Джона Колтрейна «Love Supreme» в нашій інтерпретації в середу в 19:00 в Одеську філармонію. Студентам, всем учащимся, там есть особые скидки. В общем, это вы узнаете, это все. Это социальный проект и максимально доступный. Приглашаем всех. Отже, приходьте обов'язково для того, щоб насолодитися ось цим концертом. Нагадаю, ще раз, це буде 17 лютого о 19:00 у філармонії. А дякую вам за те, що прийшли до нас у гості. Приходьте ще обов'язково. Ну і гарних вам яскравих концертів будемо обов'язково очікувати. Дякую.